Тысячи людей с цветами, флагами, георгиевскими лентами заполнили площадь Славы. Жители Самарской области пришли почтить память настоящих героев, победителей. Среди собравшихся много молодежи. Это память о наших бабушках, прабабушках, дедушках, прадедушках. То есть это память о их героизме. Это надо помнить. Главные люди в этот день – ветераны Великой Отечественной войны. Федор Васильевич Ефимов ушел на фронт в 43-м, воевал на Дальнем Востоке, а был ранен. Мы счастливы тем, что мы участвуем в 72-й годовщине Великой Победы. Это наше счастье, что мы живы и находимся на такой славной площади. На фронт ушли больше полумиллиона жителей Куйбышевской области. 225 тысяч не вернулись с полей сражения. Вспомнили каждого поименно. На экране, установленном на площади Славы, несколько дней шла непрерывная трансляция. Память погибших почтили минутой молчания. Больше 2 часов длилось возложение цветов и венков к вечному огню у горельефа скорбящей родине матери. Этот подвиг навсегда останется в нашей памяти, немеркнущим символом мужества, бесстрашия и патриотизма советских людей. Мы обязаны делать все для того, чтобы ни фашизм, ни международный терроризм не угрожали миру на земле. Огромный вклад в Великую Победу внесли и труженики тыла. В годы войны в Куйбышеве было выпущено 34 тысячи легендарных штурмовиков Ил-2, которые наводили ужас на врага. А в памятный день над площадью Славы взмыл другой массовый самолет. По-2 в безоблачном мирном небе. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.